К работе на ЕГЭ готовятся общественные наблюдатели. В 2015 году в этой роли пожелали выступить более 500 северян. Они должны контролировать объективность проведения итоговой аттестации выпускников школ. Такой народный контроль позволяет избежать различных конфликтных ситуаций. Общественные наблюдатели работают на добровольных началах. В их состав не могут войти родственники школьников или представители их учебных заведений. Также в ходе экзаменов наблюдателям нельзя общаться с выпускниками, пользоваться мобильными телефонами и компьютерами. Желающие принять участие в работе общественных наблюдателей могут подать заявление в муниципальные органы управления образования. Аккредитация заканчивается за 3 дня до начала экзамена, на который претендент хочет присутствовать.